Всем привет, друзья! Идут 21 сутки инкубации, и у нас происходит дружное вылупление цыпляток. Уже некоторые обсохли. Вот сейчас буду пересаживать брудер. Еще немножко, и яички все вылупятся. Это моя вторая инкубация цыплят. Основана уже на использовании прошлых ошибок, которые я сделал. Закрывал вентиляционное отверстие, что нельзя было делать. Много было задохликов в тот раз. В этот раз все уже иначе. И инкубатор близ нормы, очень замечательный инкубатор. Чем мне